Ир бұлзан, пұшланаш және бұрнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи шидезе етре, чеваш ел нации телевидения, тюре эфиренже, ир бұлзан кыларым. Ир бұлдар хаквы вараганзем, чеваш ел нации телевидения, тюре эфиренже, ир бұлзан кыларым, сырым бебірлі паян ебі Дмитрий Вериялов, сывлық сунадып, сыребурнеде ебі, шыны гун бұшванны атпа, салам ладып, шыны гуна пирым бебірлі езір пұшвар, телевизор засыне вайларақ давар, ир бұлзан кыларым ба, кымылы, езір жақны паледір бұлі. Тада юдар самазы елдер едіп, яван хибеге езір сховарын, юдар рзане, таван рзане, пирым вконтакте сайтри ушканра саламлама пударад. Мен бурзалам за небе, тюри эфирда влаза парадап. Салам ладап, тен шуравны гунзирин таван рзен, юдар рзен баян, тен тада адам лидбэн урахуя, эшча жарзане, мэнде бринчир захвар рвзен, эш куни лайх тада камал лаирца гайдар дезен, ир бузан гаварам пушванат кайрамар. Серебурнеде, хаква гураганзем ирбузан гварым, сырымбе бірлеш, нагунай бір пірлезірімбе бұшват пар. Эдергале вранжинжен зіксададыр бұзан, зарядка дұзайлер, абатты варабаджы дұтты бұдыр зіре пурнеде хадырленер, шыны гуна комуылы иртерзе ама. Азырғаттар адып сіре урамра сиве, каш хушынже хе юр шуза вартына жағын бада езір, машыны бажуредір бұзан, келден ирдерек тұғыр, машыны юрдан тазатмалла, әлг
гермелле. Чынақта, ебіз ирия ман загайны ветха хел житны атпазавам муа пурнири, ебіз ирия хел житны атпазавам вадып, шыны жу шивгар забырат, шыны жу көй комалі кашнигун вылылан забырат манжутпа, шагында да ебіз ирия пушма пударат пар ирбу зангаварымра, пирин вконтакте тұғушка нурва, езір шивық шинзене, шидес шыны жу яджи бери завам вама пударадыр, савам вас тезен. Керар бирен ушкана, вконтакте тұғушкана савам вар, журавну гуняч бігі, ты уяв зам яджибе, ширар ебе веш тюри эфирда влаза парады. Халя яван хибегех сирен палвашма ла гороскоп па палерга ибер бзирымбе барле, мэн гадар лизе хуны же перепаян хигуна шодарзем таргашин. Газем баян хозяин пурнычебе шихана идущине васказа хура бама кирлемар. Ватызем галашле хура баричен щичевиште прегас. Щене ищ вырынеш рама он ищ лугон. Парикмахер бадинче булмада я баладуянма он ищ сыргон. Вагарсень баян юлдаш сенье ищ сень пулыши вишне шанма кирлемар. Вазем баян хозяин щенченче шутлеч. Хавара шанны щищ сире он ищ батне сечи деря. Профессии бедада укчаба шихана ищ вечерма всем булма булдарищ. Игорь сене баян ищ решутламан чарма вгадеть. Щага сире кирле эште шукебе, е кирле аппаратура, шемерли небе, тогда интернет ябых эште небе шуханна. Эшре пожиханула саман сыне вара семье с шимандарем. Пачень Игорь сын вара, тахшен хету шене юрадологу шпади герзейни, комала бласа шандара ищешел терсем. Рахсем баян хайзине ще молтай бекты тынде позыкла бульме. Шагатлара в пачене рахсем жен варынла. Эшпе юрадова пролештерцы яма, тогда укща жен юрадула шигуну ушлама кирле мар. Кирле пучлых паденьше кирле айдыва татсавама он Шилокон. Арслан Зембаян войлы чын хышне булма бударащы, шагывызне аванах күрендері, анжақты верелензе гайма керлемар. Лыплана сезе лавкана гайса хывыра келешеген тумдер дуянма он ишлыгон. Кашыне вара сывлыха шерепетне болдарыр. Черзіне баян үшіре ябы хыбары кымылне хуже. Анжақта хывыра кымыла гайган, шивышын келіне серін омыр кымыла ушма болышы. Черлі херзіне лай хыбар гедет. Бізем сывал забынны шерпедеген хусем, үшіре бұдырмақсем шыншын күшебек мандарайшы. Раза зем учением прохачлана еще под недавнаще. Паянхи гон везем еще то хуже не тогда еще кшешани усерестешен трошма больше лишь. А слой земли это раза зем совлыха еще пятьдесят сентерс обатлан мапшла мала. Скорпион зем паяна хай зем елашки вагатра иван защит нету изаилищ. Шага канма вагачит не бальдереть. Косметика не бешли геницы на еще не забека нашла мата да кильчур да тербей или им тюртни он еще лугон. Ухжезем баян пурнеде кирличензем. Ну маеш проначла мати в нерень, сирен сывлыха вжа защидеть. И гибет личензем бетер гласран сыхланер. Ховар шугужа пурнеде калазан барар. Тирас абатан мадрышер. Ищандалага гуратаган ман манар. Туакача гизем баян шивах шин чирленнежен хурланаще. Шамна була баян думалыше ирана хавар мати ведь. Шутлама жердень укшата как лама бударадар. Спорт подуслашны дада лобка юра кевитлене камалачклеме полыше. Шивдаган зне паян хигон дипломателя е пызыша рекалашу ерцев мапельни кирля буля. Шем ебе шихана бизнес айда везенет от саба мативе. Ховарана выехала перегетлеми дарашар. Ют шинышне худшинма, юлдаш сем женькулянма оныш сыргон. Машар сара шивдаган зем пула савне тербыма бударещ. Пула зем женькон лайха хердеть. Канма терля шил череве, тухма оныш лгон. Лайхи шинченщи шутлар. Уримбеде комалангалашар. Лотерей баукша вля зельмедь бударадар. А слышал зенщи твана, суя хитрез максимбе ебат мапа. Пачах таки лемар. Иргиней рех вырынжинжен сиксе тона хыщан, кофе зарбучни, тогда мы лежим и сэм ваях варанза житме пужаще жи. Сири чаком берги кава за бара скелет, мы жиндезен бурде кофе шсех каймаще, бурде юратмаще. Кофе вырынняга галы бар шоколад, чеме юрат шоколад пиды ваях варанма пужать. Унзр унрамне сахарну май, был эндорфин земду загаларма пужать. Шоколад шины хастарлыга пэриги загетлеги юстерме видим гюре. Сиви живешны. Бужать, и унжек вахан перзаудави организм шив зарланы.
Ирзерен шивы тварах шмелле, Иргиния выранжен дендерзанах, пар кургаши вечни уйрамах узова бывать серемвали. Ширва жизен юрат, кирек мэнле ширва да узова, хамва жирвы, хура жирва, шер жирвы тадавай храх, тутурах, вэзен джешу чандавак, тарле стимулятор, стимулятор зэмбо. Апельсин заткене, цитрусэм, яванах, иголова жирюаген зэмжен, чэнджен шаванаш, заткенен дже... Це витамин бур, апельсин, лайм, тогда лимон, шаржи, пучмин, эшне воеводать. Лимон баваем, все-таки не занеши, в багу даже тарза, сахар, ярза, вешсен, пидет тут, да, узел выплывать. Кагай же мне ужаще, да, ашри протеин зем, майбен релеща, жан бы энергии, где майбен рехтухать, анджах вал, ну майва гаши деть. Пуда. Шаван бегех куны шамалах марбу малачух не иргине. Чех какая е пуда жизнь пида узова бывает. Мой аржиме уже ще вол пида тут лохва энергии бедя девиштере танджахна ну мажмеле мар. Уйрамаха кажахиреш меджен дезен уза гурман энергии дюашки пушми мине гаймас. Креткину ты байнже шу пуза пухнать. Мой арзем пида. Мой арзем же пида ну май калорий. Симис чеш мегужаще кире хош череде кофеин бур, симис сывара уйрамах узалва, прадяжак шак чее шни, прадяжак кофе шни дженде, и тварах видим кюрит унда, кофеин ну майрах. Пану межиш мегужаще унра тим лихевый водаган бор, бор унзар бушне узалвы, ты ебал занде темен джухлех пану менже. Салеба ты, волк отказ углевод сэмби тогда клетчатка бабу, ян под тамен леди булим пылах урсан чанчан, войгала бач бывать, салеба ты чи узалва подадезе, каваще. Банан жиме хужаш, он ра организм пидеваях еженаган чуть чандавок сахара бор, йогурт, турах, кефир, магний бур лине гура энергии бе чевая вага. Ти виште швезе манчах ас товар хужим земли йогурт ра сахар и тваляну май. Шамарда жини тогда пиде узова бува дергенерях. Организм атулы нашлеме, вай бухма герле протеин зем, витамин зем, тарле минерал зем, ну май шамардара. Те бархот хак вороган зем я зергалец, вадер хушинже варадр Бозан, Сирия, Порнерия, Бабаджи, тут лобута, где сунадам. Терас Абатванер, Ирги Абатпирги, Манзаангайр, Кугушин, где дезер Терас Абатванма. Таражар, тогда Манзаангайр, Ирбузан Гавара, Мурва, Юдаш, Сэмбежевых, Шинзене, Савам Вама. Тебер Юра Хыщен, Ебе, Эзир, Пирим ВКонтакте, за это ушка наш Ирзахавар, Мембур, Завам Зене, Воза, Барада, Пшамбада, Эльгередр, Хайзер, Вахот Пурга.
Хаку Вараганзем, Агавзем, Езер Пирен, ВКонтакте, Сайт Триушка, Нарачих Захварна, Саламзем, Везене Вуаза Бамай, Бахалех, Васкада. Пурнеди Ирхи Ожа Салам, Дезе Ширяще, Шубашкар Район, Нджи, Тударгас, Яленджи, Пердаван, Яштаков, Сенура, Нджи, Бурнаган, Николай Плотников, Журавна Гунибе, Салам, Латпар, Ирвах, Сывах, Тели, Онаджи, Сунатпар, Максимов, Сэм, Дезе Ширзахварна, Салам, Пызык, Салам, Шубашкар Район, Нджи, Тударгас, Яленджи, Бурнаган, Джинзене. Та, дебер за вам, ир, ир, будр, дима, дещем, пейбир, паян, ельджи, краин, инджи, щене, эйбеш, ельджи, журав, зависне, халя, шубашкар, гунджи, бурнаган, Корзакова, Светлана, Геннадьевна, начеретля, журав, на гуня, дебе, тогда унан, мажорне, кереве, Корзаков, Андрей Иванович, ир, цыгайна, журав, на гуни, я дебе, савам, латпор. Ир, вах, сывах, теле, он же, юра, дусу, натпор, дезе, жирнам, на сам, лаганизем, щене, эйбеш, ри, дружинин, дзен, чем, им, салам, зири, пид, бызык, сава. Ир-ир будар, ибир хамаран мажара, аннине, азаннине, падарель райнэнджи, убамза ялэнджи бурнаган, Марышкина Елена Витальевна, начеретле журавна гунба, ошан савам латпар, ширеп сывах, шем ере килежу, килежу зунатпар, яванах шагынбек шамрак, то, яванах шагынбек шамрак пу, ибир замба саванатпар, юрадатпар, сана савамба, мажара, аджизем, моныгадзем, тезе ширнам, савам латпар, ибир дезире Елена Витальевна. Ир-ир будар дещем, ир-ир зире юдарсем. Паян, Чаганар Ялинджен, Фамирякова Верна, Лаях Кунзу Нашин, Еспуринжен, Еспуринжен Ибир Саванатпор, Сана Ибир Ирвах, Теле Юраду Сунат, Продезе Ширна. Ир Ир, Хизепля Кумана, Юратна Хресна Нене, Падрель Райанэнджи, Сагат Ялинджи Бурнаган Хитрова Людмила, Начу Равна Гуня Тебе Савам, Латпор, Ширюп, Сывах, Варам Гунджу, Иксельми Теле Изунатпор, Шем Ео Шибе Килинзе, Аджузембе, Моногузен, Чинни Зембе саван забурн мава пудар, савам ба волков сембе касавапов сем дезе ширна. Савам лад прибер дезире. Тада дебер завам Даня Павлов ирагун будар пурнеде, сире пурнеде ебе хельжитный отпа савам ладап дезе ширна. Савам сире дебызак Даня. Чинахта хельжитный отпа пурнеде завам лад пурнеде, шидес шене жу яджибе савам лад пар. Шенажил Камолежу Пузан, Шенажил Юрий Зенит Лемеле, Кильде, Чараш Кабрваца, Хитрельце, Вартмала, тогда Шивухшин Земвали, Таван Земвали, Можарвали, Парни Зем, Ширама Туянма, Бушрамала, Шагавал, Шенажил Камолеже, Пидевой Ложек Лет. Тогда Демиджи, Тебер Демиджи Савам, Паян, Шурану Гуньячбе, Савам Лаше, Регина Кубайкина, на Юдаже Зем, Таван Зем, Эстеж Зем, Регина, Сана ибир журавны гунь яджбе савам ладпар, сана ибир юрадатпар, журавны гунь яджбе сана савам ладпар, Регина. Пиде бузык савам журавны гунь яджбе. Тада журавны гунь яджбе Александра Ежова, назавам ваши юдар зэмбе, тавани зэм, тада перле врене гене зэм, Александра, сана ибир журавны гунь яджбе савам ладпар, он жу, ворам гунь жу, телейзу надпар. Шриену майрах сана, он жу зэм, малавада шагамбек хитре, хитре бурнажа юрдаган хер бу эзе журавны гуня джебе зана самым ватпар. Чынахта ибер дебне самым ватпар зыре. Тада баян журавны гун павладават Иван Тамбачев анада юдаже зэм завам ваше Иван малалай захвам по удару лох начагам бегих адаван дарзат тарс ана журавны гуня джебе бер самым ватпар ана жу зэм зана нум майрах эзе телейле пурн тезе ширзах варна журавны гуня джебе самым ватпар зыре дебер Иван Тамбачев. Юдаш сэм Камон баян зе журавны гун сире пурнери ибер чунданджере рен савам латпар сире ибер пурнери паян хигун комол лаях ирцегай дардезе сунатпар анджахте пельзех тарадап ир бузан гаварм ба парле бушвадры бузан езер шенегун павлах комол ирцегаят. Сирим вали тебер савана шоюра таргашан. Халичене Нигамада, Юратманче, Телебугам тинчун за мне, Ялгажачке, Вудковайче, Таранайма, Баксай вкусом санчине, Чуберичут челдара, Ильзебарат камзана, Хелебен тебе вара, Ярана барсана, Изычавар тонбуча, Альгаят пар Парижа, Малилаешки санба, Эзе хальман шура. Хочу на
чивога эт нигамада. Тек яманче тюреге скилешен мана юратсасам эптелейле. Качхинеде тузым бэльзем чесан бала. Кюбери чуд чалдара кельзи баратам сана. Керлэ бэнтли бевара ярана барсанда. Эзэ шавардан пуша хальгаят пар Парижа. Малилаешке санба эзэ хальман шура. Еще раз всем вам доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня в нашем городе пройдет очень интересное, яркое культурное событие. Сегодня состоится презентация книги для детей «Библейские рассказы». И подробнее об этой книге расскажет нам директор Чувашского книжного издательства, редактор книги Светлана Анатольевна Каликова. Светлана Анатольевна, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, дорогие телезрители. Светлана Анатольевна, всегда ли вы так рано встаете? Или мы вас сегодня пригласили к нам в студии и заставили немного понервничать, так скажем? Ну, всегда это волнительно, приходить в телевизионную студию, но встаем всегда рано. Это очень хорошо. Настрой боевой, по утрам заряжать с позитивом. Да, Светлана Анатольевна, собственно, про книгу, которая сейчас вот у нас на столе. Как и когда вообще началось создание такой книги, откуда появилась идея создать вот такую книгу, книгу для детей «Библейские рассказы»? Идея, наверное, пришла вместе со мной в Чувашское книжное издательство, так как я в феврале 2019 года только пришла, пока работаю меньше года. И с этой идеей издать книгу «Библейские рассказы» именно для детей, не для взрослых, причем на русском и чувашском языках, я пришла к владыке Варнаве. Он эту идею поддержал, и вот с его благословения мы начали работать. На самом деле любая книга требует такой создания команды определенной, и эта команда каким-то образом у нас так достаточно быстро и легко собралась. И вот до конца 2019 года книга, как вы видите, уже у меня на столе. И сегодня действительно, как вы говорите, пройдет очень для нас интересное событие. Я надеюсь, не только для нас интересно оно будет. Мы будем в художественном музее презентовать книгу «Библейские рассказы». Немного подробнее про презентацию. Что там будет происходить? И во сколько вообще будет? Может, телезрители, которые нас сегодня смотрят, захотят прийти на презентацию этой книги и познакомиться с ней подробнее. Спасибо. Это было бы здорово, если бы телезрители захотели прийти на это мероприятие, потому что мы организуем также выставку продажи православной литературы, детской литературы. Что касается этапов создания этой книги, когда я начала анализировать, каким образом можно
издать эту книгу, я узнала о том, что все библейские тексты принадлежат Российскому библейскому обществу. Угу. Нужно получить разрешение на издание, авторские права, так как у них, именно у них. С этого начали мы работу. Российское библейское общество нашу идею поддержало. И сегодня одним из гостей этой презентации будет у нас именно представитель Российского библейского общества Татьяна Вавилова. Дальше, помимо того, что получили разрешение Российского библейского общества, книга же для детей, ее нужно иллюстрировать. И опять же, мы нашли художника. Он живет в Чувашии, уроженец Чувашии из Канарского района, Александров Иван Васильевич. Uh-huh. Работает совершенно в разных направлениях, и одно из направлений – это вот его росписи в храмах. В этой книге... Я думаю, нашим телезрителям нужно ее показать. Показать, да, вот такая книга. И вот, собственно, здесь на одной странице русский текст, на другой странице чуварский текст. Да, на одной странице русский текст, на другой странице чуварский текст. И говоря об авторах текстов Ветхого Завета и Нового Завета, я хочу отметить, что русский текст изложила для детей Анна Твердовская. Uh-huh. На чуварский язык еще в 90-е годы перевела Ева Николаевна Лисина, наш замечательный прозаик, публицист, писатель. И я знаю чуварский язык, я читаю по-чуварски. И когда сейчас я работаю с текстами чуварских писателей, я бы очень хотела отметить вот работу Евы Лисиной. В своей простоте это абсолютно совершенный текст. Несложный, понятный не только для взрослых, но и для детей. Вот я для тех, кто читает по-чуварски, очень бы рекомендовала именно вот эту книгу. Что касается... Вообще вот эта книга, она достаточно уникальная. И причем ее уникальность заключается в разных пластах. Первое, на что я хочу обратить внимание, это иллюстрация. Вот, к примеру, если смотреть на обложку, вот это не просто рисунок, не просто иллюстрация. Это фотография росписи, сделанная нашими чуварскими художниками в храме в Ленинградской области. Если мы открываем книгу, и она начинается, конечно же, у нас с обращения Варнавы, владыки Варнавы, к юным читателям, потому что мы ориентируемся не только на детей, но и прежде всего на воспитанников, которые приходят в воскресные школы при православных храмах. Для них здесь есть специальное приложение. Дальше для Ветхого Завета у нас, во-первых, идет сначала русский текст, потом чуварский текст в этой книге. Александров Иван Васильевич создал вот такие прекрасные иллюстрации. Ветхий Завет полностью по нашему заказу подготовлена иллюстрация и вот такие рисунки можно увидеть. Что касается Нового Завета, есть особенности иллюстрирования этого раздела книги. Сейчас я вам покажу, что там есть интересно. Вот посмотрите. Если у нас в Ветхом Завете росписи идут, то есть иллюстрации без подписи, потому что они привязаны к тексту, который идет рядом с этой иллюстрацией, то с Новым Заветом все гораздо интереснее. Вот, к примеру, Новый Завет – рождение Иисуса. И вот эта иллюстрация к этому сюжету – это не просто рисунок. Это роспись, фотография росписи из храма новомучеников и исповедников российских в городе Чебоксары. Причем здесь в Новом Завете можно увидеть иллюстрации, то есть фотографии росписи не только из чебоксарских храмов. Uh-huh. Вот, к примеру, Рождество Христово – это фотография росписи из храма села Тугаева Комсомольского района. То есть можно, знаете, сказать, что вот эта книга «Библейские рассказы» – это не только изложение самих библейских сюжетов, это своего рода путеводитель по храмам Чувашии. Угу. И не только потому, что здесь вот такие иллюстрации. Мы плотно взаимодействовали с Чувашским государственным гуманитарным институтом, потому что в этой книге есть два приложения. Первое приложение, так как мы говорим об иллюстративной части книги, мы готовили с... Нам помогла подготовить. Научным редактором является Антонина Ильинична Мордвинова. С ее помощью сделано вот такое приложение, вот такая вкладка в книге. Вот, к примеру, Дмитрий. Угу. Вот это одна из первых икон, которая появилась в Чувашии. Это икона Владимирской Божией Матери, и хранится она в Веденском соборе. И мы здесь, в этой книге, можем увидеть не только саму
икону. Но и, да, история появления иконы в Чувашской республике, где она хранится и куда можно прийти для того, чтобы поклониться этой иконе на русском и чувашском языках. Текст адаптирован под детей. Пожалуйста, вот тоже икона 18 века хранится в Веденском соборе, икона Видения Богородицы. Я когда рассказываю об этой книге, мне все время хочется сказать, а знаете ли вы, задавать вопросы. Вот, к примеру, а знаете ли вы, что в Чувашской республике сохранилась в единственном экземпляре фигура Иисуса Христа, вырезанная из дерева и в человеческий размер? Нет, я не знала. И вот вы знаете, не только вы не знаете, но многие не знали. Оказывается, есть такая фигура, я сейчас вам ее покажу. И хранится она в селе Малое Чурашево Ядринского района. Человеческий рост. Единственная она сохранилась, тоже работа 18 века. Такого больше нигде нет. Такого в Чувашии больше нигде нет. И если вы хотите увидеть вот такую фигуру... Нужно ехать в село Малое Чурашево. Да, нужно ехать в Малое Чурашево. А знаете ли вы... Следующий вопрос. Вот я говорю, мне все время хочется так говорить. А знаете ли вы историю появления, историю вот очень хорошо известного нашего знаменитого Тихвинского монастыря, икона Тихвинской Божьей Матери, икона 17 века? В таком виде она сохранилась. Знаете ли вы ее историю? Нет. Многие не знают. Многие не знают, а это очень интересно. И с ней связана одна из главных святынь не только города Цивильска, одна из самых почитаемых в Чувашской республике. И она прославилась в 1670 году, к примеру, после того, как с ее помощью, после того, как вознесли к ней молитвы, город Цивильск был сохранен и защищен от войск Степана Разина. Вот такие очень интересные вещи собраны именно в этой книге. И знаете, Дмитрий, когда мы работали с этой книгой, одно из важных для нас было сделать эту книгу своего рода, можно сказать, даже пособием для детей, которые приходят в воскресные школы. В этой книге есть собраны три молитвы. Основные молитвы – это «Отче наш», «Пресвятая Богородица», «Символ веры». Вот, казалось бы, «Отче наш», как говорят же, есть такой фразеологизм, надо знать, как «Отче наш». Знаете ли вы молитву «Отче наш»? Частично. Частично. Но вот мы здесь даем не только на русском и чувашском языках эту молитву. Вот что важно, это же дети, и они не всегда... Да, что говорить дети? Не только дети, и взрослые не всегда понимают значение фраз. Вот, к примеру, если говорить о фразе, которая есть в этой молитве, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Взрослые часто хорошо понимают эту фразу, а вот детям не всегда понятно. И вот каждая фраза, которая включена в эту молитву, она истолкована, разъяснена. И вот эту работу мы делали уже вместе совместно с Чебоксарско-Чуварской епархией. И перевод молитв, так, не перевод молитв, а молитвы разъяснения к ним предоставлены иереем храма в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших в городе Чебоксары отцом Максимом. Он сегодня, кстати, тоже будет у нас на презентации. Можно будет даже с ним, я думаю, пообщаться. Ну вот такие интересные моменты. И вот знаете, я бы хотела еще какой момент отметить. Когда я разговаривала с владыкой Варнавой, он сказал, что это очень важно, потому что Библия – это учебник жизни. И хочу отметить, что вот эта книга, она вошла в перечень социально значимой литературы. Редакционная комиссия при Минформполитике Чувашии нас поддержала. И одним из самых весомых таких аргументов был, знаете, какой? Библия – это ведь не только православная литература, это памятник мировой художественной культуры. Библия, библейский текст, самая он давно... Переиздаваемая книга самая переиздаваемая книга в мире. И Библия, она давно уже растащена на цитаты, на различные фразеологизмы. И не зная основы, нельзя, ну, быть эрудированным, наверное, человеком. Вот, к примеру, такие фразы, как «30 серебряников», «Фома неверующий». Ну, согласен много, с да, тем, да. Что это не просто религиозная литература, а это уже часть культуры мировой. Это поэтому... неотъемлемая часть культуры, я бы хотела сказать. Даже русскую литературу, если взять, настолько тесно вплетены библейские сюжеты, рассказы в русскую классику, что я считаю, что
вообще культурное образование нужно начинать именно с этих библейских рассказов, с библейских сюжетов. Ну вот, в принципе, ну, поэтому эта книга появилась. Собственно, да, это не просто какой-то религиозный, так скажем, текст, не просто сборник рассказов библейских, да. Но это еще и, можно сказать, ну, не то что учебник, а вот, как вы правильно сказали, путеводитель и по архитектурным объектам нашей республики, да и вообще, в принципе, образовательная книга, если можно так сказать, в этом ее уникальность. Да, абсолютно правильно вы говорите, Дмитрий. Я это заметил, я это подметил. Какие гости еще ожидаются сегодня на презентации этой книги? Кто еще будет? Так, ну, помимо... С кем можно будет еще пообщаться? Ну, конечно, будет владыка Игнатий Чебоксарской епархии представлять, как я уже сказала, представитель Российского библейского общества. Причем по условиям соглашения с Российским библейским обществом 5% от тиража у нас должно было уйти именно им, потому что мы им не платим гонорар. Но Российское библейское общество нам сказали, мы не будем забирать у вас книги, давайте вы передадите их социальным учреждениям, в которых стационарно проживают дети. И сегодня 100 книг будут переданы именно в эти социальные учреждения. Кроме того, книгу поддержала и нашим партнером выступила депутат Государственного совета Чувашской республики, директор хлебозавода номер один Елена Игнатьевна Бадаева. Она тоже 100 книг передает уже воскресным школам. Сегодня состоится это мероприятие при их православных храмах Чувашии. Мы очень благодарны. Вот Чувашское книжное издательство, конечно, очень благодарна и Чебоксарско-Чувашской епархии за поддержку, за вот реализацию совместного проекта, Российскому библейскому обществу, Елене Игнатьевне Бадаевой за вот такую поддержку. Ну, в общем-то, будут все, кто принимал участие в составлении этой книги, это и гуманитарный институт, это... И иллюстратор. Да, и художник. В общем, соберется такая интересная аудитория. Еще раз, сегодня в художественном музее. Чувашский государственный художественный музей. Начало мероприятия в 11 часов. Все, всех ждем. Всех любителей литературы. Всех ценителей всех книги. Всех ценителей книги. Светлана Анатольевна, раз уж вы к нам сегодня сюда пришли, я не могу не спросить у вас, когда мы с вами еще побеседуем, что готовит Чувашское книжное издательство в следующем году в преддверии празднования столетия со дня образования Чувашского автономии. Может, вы издадите какую-то специальную серию книг про Чувашию или что-то такое, может, у вас готовится? Дмитрий, 2020 год, он вообще очень интересный, потому что у нас целая череда юбилеев. Все-таки бы я начала не со столетия Чувашской автономии, а 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Совершенно верно. Да. Ну, потому что мы все-таки Победу празднуем в мае, а столетие автономии в июне. И кроме того, следующий год, он юбилейный для Чувашского книжного издательства. Мы отмечаем свое столетие в ноябре. У нас тройной праздник. У нас, да, весь год в праздниках. И я бы хотела рассказать о проектах, если можно, которым посвящаем сначала 70-летию, конечно, 75-летию Победы. Понятно, что это будут сборники писателей, чувашских писателей, фронтовиков. Это будет отдельный проект. Кроме того, у нас будет проект, посвященный очеркам о Великой Отечественной войне. Но для меня самой пока самый интересный проект – это проект, посвященный вкладу Чуваши в приближение Победы в Великой Отечественной войне. Мы начали работать с историками Чувашского государственного университета, и одним из авторов этой книги будет Олег Васильевич Андреев, который специализируется именно по этой теме. И в ходе встреч, разговоров с ним, я выяснила не только для себя, а потом беседую с другими, что мы вообще очень мало знаем, какой вклад внесла Чувашия в победу. Я когда задаю вопрос, а вы знаете, сколько уроженцев Чуваши стали героями Советского Союза? Именно уроженцев. Так, никто не отвечает. Пока в том числе и я. Пока никто не ответил. Да, 65 человек. 11 человек были из города Чебоксара, потому что это был все-таки самый крупный населенный пункт в республике уже в 1941 году. И 9 человек были из Алатыря и Алатырского районов. И, в общем-то, есть герои во всех районах республики. А знаете ли вы, что среди героев Советского Союза, которые стали героями именно в годы Великой Отечественной войны, есть и женщина? Теперь знаю. Теперь знаете. И вот для меня очень важно, чтобы об этом знали наши дети.
мы делаем... Ну и взрослые тоже, как выяснилось. Взрослые, как выяснилось, да, но все-таки наша целевая аудитория, этот проект мы готовим для детей 5-11 классов, и я надеюсь, что, возможно, эти книги, когда дойдут до родителей, они тоже очень много интересного узнают о себе. Мы не знаем... Мы знаем, вроде бы, что у нас были госпитали, эвакуированные здесь, и здесь лечились военные, получившие ранения. А знаем ли мы, сколько их было в республике? А знаете ли вы, где жили эвакуированные из блокадного Ленинграда дети? Сколько их у нас здесь было? То есть, казалось, действительно, Чуваши внесла огромный вклад. У нас в городе Чебоксары целый ряд улиц, посвященных именно Великой Отечественной войне. Это и 134-я стрелковая дивизия. Я не буду сейчас задавать вопросы, а знаете ли вы? Потому что на слуху название улиц, а что они сделали, почему присвоено название улицам, мы не знаем. Вот это, что касается Великой Отечественной войны, проект должен быть реализован где-то к апрелю 2020 года. 100 лет чувашской автономии – это, конечно, наш будет центральными нашими работами. У нас будет реализовано два проекта основных. Первый проект – это, опять же, без детей, никуда. Дети должны знать свою республику, дети должны знать свою историю. И мы пока под условным названием, я не знаю точно, какое оно будет, когда уже будет подготовлено к печати, мы работаем с Еленой Янька, это автор учебников для детей, посвященных родному краю. Мы работаем совместно с ней, и мы делаем такой проект «Знаете ли вы Чувашу?». Это будет не просто книга. К книге будет приложена интерактивная карта с наклейками, для того, чтобы дети не только прочитать могли, но и открыть карту Чувашу. Взять наклейку и приклеить, где находятся самые интересные места в Чувашской республике. И, может быть, и этот проект станет своего рода путеводителем по Чувашии. Знаете ли вы? Просто, знаете, действительно, Дмитрий, сталкиваешься с тем, что мы не знаем хорошо свою республику. Мы не знаем своих героев. И вот мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы популяризировать эту информацию. И следующий проект, это серьезная будет очень работа, это книга, альбом, посвященный столетию Чувашской автономии. Мы также работаем с учеными, историками. Сегодня состоится одно из первых заседаний рабочей группы. Из архивов, безусловно, да. Мы работаем и с архивами нашими, с киноархивами. Проект также должен быть реализован к маю уже 2020 года. Это должен быть богатый иллюстрированный альбом с хорошей документальной базой, начиная с 1890 года. Ведь Чувашская республика, что-то же там было до 1920 года. Мы же должны знать, с чем мы вошли в Чувашскую автономию, с каким потенциалом, ну вот что там было. Я думаю, у наших телезрителей сейчас появился главный вопрос. Столько всего интересного готовится. Где это все можно будет найти? Книги, альманахи, альбомы про эти события и вот про то, что мы сейчас вообще рассказали? Ну вот то, что сейчас рассказали, потому что про 75-летие Победы, 100-летие, это пока рабочие материалы, их пока нет. Но начнем, наверное, если говорить для всей республики, у нас есть интернет-магазин. Кроме того, в городе Чебоксары есть 4 книжных магазина. Правда, один из них в северо-западном районе пока в процессе переезда, но мы в середине декабря, ну, в числом 20 декабря мы его откроем. Он будет у нас находиться на улице Максима Горького. До этого был на улице Мещуна Павлова. Книжный магазин есть на проспекте Ленина, чуть выше кинотеатра «Мир Люксор», на кольце около магазина «Шубашкар», проспект «Тракторостроителей». И в этом году, в июне, мы открыли магазин в Новом Городе, потому что очень большой микрорайон, очень много молодых семей, скоро откроется там школа, поэтому книжный магазин там должен быть. Ну и кроме того, своими ресурсами мы выезжаем в район республики. Мы уже начали эту работу к столетию Чувашской автономии. Приехали пока мы в город Алатырь, Батыревский район и Яльчинский район. На следующей неделе, если нас слушает Канаш и Канарский район, и смотрит, мы 10-го планируем приехать в село Шахазана, их культурно-досуговый центр. Не только с нашими книгами, мы приезжаем с писателями, уроженцами этих районов, чтобы люди видели, кем им нужно гордиться, знали своих героев и знали, какие книги они пишут. Светлана Анатольевна, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Лично от себя хочу
хочу пожелать вам удачи в этом нелегком деле, в деле просвещения. Спасибо что большое, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо, Дмитрий, спасибо. Уважаемые телезрители, наша передача подходит к завершению. Всем вам хорошего, удачного дня. До новых встреч.